Главная задача учителей – это обучение молодого поколения, передача знаний и прививание традиционных ценностей. В годы независимости молодые специалисты оставались верны профессии, несмотря на все имеющиеся сложности. Среди тех, кто всецело отдается своей деятельности – педагог с большой буквы Камар Курманова. Камар Курманова начала работать в сфере образования в годы независимости. За такой длительный опыт у педагога много учеников. Все отзываются тепло и положительно. Как уже выпустившиеся, так и еще действующие школьники. Камар Нурмухамбетовна преподает у нас казахский язык и казахскую литературу. Уроки проходят очень хорошо, все понятно. Камар Нурмухамбетовна очень добрый и хороший человек. Она всегда нам помогает, мы ее очень любим. Камар Курманова родилась в 1966 году в селе Карашилик Зериндинского района. После окончания школы поступила в Кокшетауский педагогический институт, который окончила в 1983 году. Затем начала свою трудовую деятельность в качестве учителя. Изначально я работала в областном интернате. Сейчас это специализированный интернат для одаренных детей. Я проработала там учителем 29 лет. Затем в 2017 году перешла в школу-лицей номер 2 в городе Кокшетау. На выбор данной профессии примером послужил первый учитель, признается Камар Курманова. У нас были замечательные учителя, их уроки были прекрасными. Работа учителя – это очень интересная профессия, полная радости и вместе с тем определенных сложностей. Мне очень нравится работать с детьми, нужно быть добрым к ним, понимать их внутренний мир, быть для них как вторая мама. Камар Курманова довольна развитием системы образования. В 90-х годах преподавание было работой не из легких. Тогда не было столько вспомогательных материалов, как сейчас. В 1990 году в сфере имелись определенные трудности. Это было очень тяжелое время. Мы сами делали все наглядные пособия и дидактические материалы. Сейчас все гораздо проще. Раньше учителям было тяжелее. Сейчас для педагогов созданы все условия. Информационные технологии, интерактивные доски, есть все, что нужно. За годы независимости образованию Казахстана уделяется особое внимание. Были реализованы многие проекты в данной отрасли. День Республики – это особый праздник, поэтому хочу искренне поздравить всех казахстанцев с этим замечательным днем. Хочу пожелать своим коллегам творческих успехов и чтобы в нашей стране был мир и спокойствие. Камар Курманова делает профессию педагога престижной. Педагог отмечает, что 45 минут урока – это золотое время, в течение которого она с полной самоотдачей преподает ученикам знания по казахскому языку и литературе. Эдуард Погребицкий, Лаура Дулебек, Павел Соловьев, Кокшетау, Акпарат.